Снова здравствуйте, это вновь Silent Hill 3. Да, там насчет разрешения и так далее, я не знаю, как игра будет выглядеть на ютубе, там какая-то фигня. Я поставил хак на 16:9, чтобы монитор был, ну, чтобы игра была 16:9. Но при этом игра все равно записывается в маленьком квадратике. Скорее всего, на ютубе это будет с фоном, наверное. Не знаю. Посмотрим, как-нибудь это сделаем. Потому что, помню, до апгрейда компьютера я не мог фон ставить. К сожалению, все тормозило жутко. Раз уж я апгрейднул компьютер, значит, должно быть все нормально. Плюс еще какая-то фигня со звуком. Сейчас вы, надеюсь, слышите. В прошлый раз было как-то громковато, я поставил пониже. Если ты ставишь слишком низко, то есть на один пунктик, хотя это все еще не выключил звук, на один пунктик ставишь, и почему-то звуки пропадают. Не знаю, надеюсь, все будет нормально на этот раз. Поглядим. Короче, в общем и целом, продолжаем. Окей, замок сломан. И замок сломан, прекрасно. Значит, мы знаем, куда нам идти. К сожалению... Нет, в смысле, к счастью, я знаю, куда идти, но, к сожалению, нам нужно идти туда, куда нам надо идти. Довольно дурацкое место. Окей. Я не знаю, шумы... шумы радио, это тоже считается за музыку? Не, пожалуй, вот это вот музыка, верно? Окей. Sunshine Princess. И как отсылка к чему-нибудь. В Silent Hill всегда дофига отсылок. Окей, этот хрен там. Я могу, в общем-то, его забить ножом, в теории. О, окей, только не двоих, пожалуйста. Закрыто, окей. Хрен с тобой. Мне, опять же, мне... Простите? А, окей, я опять нажал стик. Мне, конечно, немножко жалко тратить патроны. Даже не немножко, мне сильно жалко тратить патроны. Но я хочу выжить. Окей, назад. А, щет. Помню, в первом Resident Evil нельзя было, блин, идти назад и стрелять. Ты все? Окей. По крайней мере, ты упал. Долбану и побегу. А, все. Нет, еще не все. Еще надо попинать. Окей. Знаешь что? Я возьму все-таки. Упси, Дейзи. Окей. Я возьму, наверное, все-таки нож и забью тебя ножом, пожалуй. Просто я тебя еще хочу запинать. Все, он мертв. Окей. Та-та-та-та. Где мой нож? Неудобно, конечно, здесь экипировать. Что поделать? Survival horror. Так далее. На. Просто она еще устает вечно от бега, от ударов. Я понимаю, как бы, реалистичность и все такое. Но, боже, в играх это запарно. А, фак. Вот так вот бегать вокруг монстра и... Да, это, конечно, несколько... несколько глупо. Такое ощущение, что у него ковры на руках. И почему-то мне эти штуки еще напомнили Shaman King. Я не знаю почему. Shaman King. Ну, короче, король шаманов. Шамана королем, я забыл поставить. Таймер я забыл поставить. Окей. Это стандартная, в общем-то, ситуация. Не проблема. Оп, старт. Окей. Другое дело. И еще пнуть. Ладно, не надо. Ну как, не надо. Просто не получилось. Да, я не буду, наверное, патроны тратить на таких врагов. Во всяком случае, если их двое, то да, надо. Если один, его вполне можно ножом забить. Helen's Bakery. Можно сюда? О, можно. Как бы, я-то проходил эту игру, но я ничего не помню. Щипцы для хлеба. Насколько я помню, это можно использовать как раз для того, чтобы у нас 4 патрона осталось. Большая пара похожих на пинцет ключей для вытаскивания хлеба. Сколько я помню, можно этим как раз вытащить тот ключ. Это хлеб. Но я не голодна, поэтому, думаю, не стоит беспокоиться об этом. Да ладно тебе. Поел бы хлебчика. Хлебчика. Здесь должен быть ультрасмешной мем про зеленого слоника, но я не стану. Helen's Bakery. Crispy toasted bread right to your very door. Чаще поджаренный хлеб прямо к дверям вашему дому. Продаем все, пекарня Хелены. К чему это вообще? Не выглядит очень важным. Может быть, кассу? Интересно, куда все ушли? Хороший вопрос. Здесь ничего больше не лежит, нет? А, это камера. Ну, я так понимаю, больше ничего здесь нет, окей. Значит, мы теперь можем достать тот ключ. Который я, кстати, не знаю к чему. А, и снова сюда. Окей. Надеюсь, больше монстриков здесь не будет. Почему я, кстати, фонарик не могу... А, да, фонарик у нас был в этом... Во сне. Здесь у нас нет фонаря. Мы еще найдем. Мне всегда нравился фонарик в Silent Hill.
В плане, во всех играх обычно, нужно в инвентаре, точнее, слот руки, да, использовать на фонарик или еще что-то типа того. А здесь всегда раз, включил, выключил, просто в кармашке такой фонарик. Классно он еще выглядит, всегда такой хотел. Хотя, вообще-то, нахрена он мне нужен? В теории. Так. Щипцы. Использовать. Найс. Она вполне могла достать и без этого, ну. Ура! Я полагаю. Вон там дырка достаточно большая, чтобы рука туда пролезла. Тем более женская. Так. Ключи с кладовки. Бррр, отличный вопрос. Где кладовка? Да, перезаписать. Нет, серьезно, где кладовка? А, нет, подожди, это ключи с кладовки. Мы в кладовке. Окей. Тогда к чему он? Этот ключ лежал на складе. Я взяла его с помощью щипцов. Я почему-то хотел шприцов сказать. На ключе висит бирка, на которой написаны мои бестселлеры. Окей, значит, мы теперь знаем, куда. О, прекрасно. А, фак! Блин, классный скример, Silent Hill. На самом деле нет. А, меня просто раздражает, что эта камера просто не позволяет тебе увидеть этого монстра. И пока ты не обернешься, или пока ты просто не побежишь наугад, ты не увидишь монстров. Это тут тупо. Как у нас там, кстати, с HP? Это всегда запарно. Желтенькое. На всякий случай полечусь, наверное. Снаряжение. Да. Найс, синее. Просто я забыл, какие там вообще цвета. Красный — это когда совсем все плохо, это понятно. Остальные я что-то не помню. Так, по идее, как раз тот ключ к замку, верно? Ну, ключ к замку, очевидно. Вот, My Bestsellers, окей. Здесь вроде бы, насколько я помню, первая головоломка игры. Здесь какая-нибудь должна быть музыка или нет? Просто мне реально стрёмно, вдруг музыку отключил всё-таки в результате. Давайте быстренько посмотрим в настройках. Ну, в смысле, я её не отключил, но там просто какая-то фигня была, то, что... ну, я говорил уже, собственно, если я ставил громкость эффектов вот до сюда, эффекты, видите, просто пропадают почему-то. А так они есть. Я не знаю почему. Надеюсь, музыка есть. Ну, в смысле, надеюсь, музыка будет, если она... Надеюсь, музыку будет слышно, если она там есть. Вот что я пытаюсь сказать. Здесь лежат журналы. Мне плевать. Хм. Я взяла антологию Шекспира, том 1. Я взяла антологию Шекспира, том 4. Окей, и все остальные. Это довольно странный момент. Хм. На этой полке есть свободное место. Думаю, следует поставить в ряд книги, которые я подняла с пола. Окей, но я так понимаю, у них должен быть другой порядок. Не первый, второй, третий, четвертый, верно? Это было бы слишком просто. Патрончики. Закрыто. У меня нет никакого пароля. Ха. Или подождите, может быть, как раз мне нужно поставить их по порядку, и может быть, это что-то даст нам. Окей, где менюшечка? Может, их осмотреть можно? Ага! Ага! Ага. Ну, значит, ставим их по порядку, я так понимаю. Не могу? Почему не могу? Соединить, может быть? Сири, ты издеваешься. Окей. Отмена, я полагаю. Отмена, отмена. Так, короче. Смотреть. 3, 5. Подождите, значит, они по порядку должны... Так, там частичка тройки. Вот частичка тройки. Не-не-не, подождите. 7. Ага, ага. Вот частичка семерки. И вот она. Значит, 7. Фак. Я туплю. Их, по идее, можно поставить, разве нет? Что значит не могу использовать? Goddammit. На этой полке есть свободное место. Думаю, следует поставить в ряд книг, которые я подняла с пола. Ну, и... А, теперь сработало. Окей. Хороший вопрос. Значит, их надо будет как-то переставлять. Но пока я поставлю их... Окей, это уже неправильно. Но пока я поставлю их просто в ряд. Наверное. Хотя нет, подождите.
Это точно все начинается с семерки, судя по всему. Окей. Значит, третий том нам нужно поставить в начало. Ох уж эти головоломки в Silent Hill. Фак. Ах, это так неудобно. Что у нас дальше идет? Это последняя книга должна быть, я так понимаю. А посередине у нас... Не то. То, окей. Потом вот это и вот это. Найс, это было не так уж трудно. 7-8-5-0, прекрасно. Это было не трудно. Честно, как-то головоломка отличается на сложном режиме. 7-8-5-0. Найс. Было не так уж и плохо, как я ожидал. О, а ты кто? Я персонажа, кстати, вообще не помню. В этой игре. Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me. And your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Просто тупо, опять же, клише, кстати, если сейчас заглянуть за угол, да, ее там не будет. Она так медленно шла, да, что она телепортировалась или как. Она не так далеко за угол ушла. Ты можешь взять и посмотреть. Стрёмные звуки происходят. Окей. А, фак, это назад, окей. Я так понимаю, сюда я не могу пройти, верно? Окей. Не то чтобы я сильно хотел, в любом случае. Окей, никого, к счастью. Спуки! Скэри! Офис, гаддэмит. Ни одна дверь не работает. Привет, никого. Замок сломан. Я, наверное, кстати, даже в Silent Hill 3 ни разу не использовал этот... мясо для собак. Ну как-то... к чему это? Точнее, я понимаю, к чему, просто как-то не доводилось. Может быть, это полезно, я не знаю. Окей. О, фак! О, нет. Что, темная версия, альтернативная версия, точнее, будет? О, радио. Прекрасно. Что-то оно очень громкое. А, да, поехали. Началась всякая ересь. А, фак! Вовремя! Так, пауза! Пауза! Да, там спуки! Гаддэммит! Я принес... Так, секунду! Окей, продолжаем. Щет! Извиняюсь, что картину пропустил, но я как бы... Что еще буду делать, верно? Так, там шум. Кстати, можно ли редактировать громкость радио? Да, можно, к счастью. Судя по всему. Причем слишком громкое. Наверное, так. Может быть, немножко погромче. Да, для меня достаточно, в общем-то. Наверное, я не знаю. Да, мне все равно кажется, что он слишком громкое. Убирайся отсюда. Фак, поехали. Знаете что, я побежал. Наверное. Окей, может быть нет. Может быть я не побежал.
Goddammit, собаки. О, все, пришло время пинать. О, может быть, и не пришло. Так, может быть, я, кстати, что-то немножко не понимаю. В системе сражений в Silent Hill. Но я всегда так. Сражался. А! Я пытаюсь блоб сделать, у меня не получается. Фак. Убирайся отсюда. Goddammit. Тупая собака. Если ты вообще собака. Вообще да. Окей, есть. Все, пошло отсюда. Надеюсь, кстати, меня нормально слышно. Я не знаю, мне что-то тяжело баланс звука настроить в этой игре. Окей. Сколько у нас HP? Желтенькая. Пойдет пока что. Замок сломан. Прекрасно. Не удивлен, в общем-то. Привет. О, фак, мне не нравятся эти звуки. Эх. Все, начался хоррор. Начало было еще куда ни шло, а сейчас... сейвпоинт. Ампула. Кстати, не помню, что ампулы делают, если честно. Те-то становят HP, а ампулы — это то, что надо, по-моему, снимет боль. А, окей, это full HP, я так понимаю. Найс. Обезболивающие они немножко. Здесь лежат книги, журналы, однако у меня нет времени, чтобы их читать. Окей, найс. Как хочешь, в общем-то. Кровать испещрена темно-красными пятнами. Интересно, чья это кровь? Здесь кто-нибудь есть, кроме той женщины? А, я не на кровать смотрю. Опять. Когда я на него смотрю, у меня болит голова. Но в то же время он кажется таким знакомым. Я знаю, что забыл что-то очень важное. Но мне почему-то кажется, что будет лучше, если я не вспомню. Бэкстори. Трудное детство. И так далее, там подобное. Она ведь ребенок, которого Гарри спас в первой части, верно? Сколько я помню. Замок сломан. Класс. Ох, мне больше всего не хочется идти по этому коридору. Поэтому я пойду по этому коридору. У меня есть альтернатива, к счастью. А, еще одна. Привет. Даже две. Прекрасно. Фак. Я пойду. Привет, друзья. Окей. Я немножко обосрался в этот момент. Фак! Опять нажал, goddammit. Это труднее, чем вам кажется. Точнее, легче, чем вам кажется. Просто взять и нажать на эту хрень. Когда я на стик давлю. Класс! Окей, здесь пусто было. Я очень рад, что я сюда прошел. Goddammit. Поднимайся, поднимайся. Я пошел. Сюда было бессмысленно идти. Я очень рад. Сколько у нас HP? Пойдет пока что. Окей. На самом деле можно HP, кстати, поместить прямо на экран, но это как-то мешает несколько. Правда, мешает и то, что мне надо каждый раз в меню заходить, но в то же время. Щет. Надеюсь, та собака за мной не бежит. Как это? Картинка легендарная. Это собачья будка. Но поблизости нет собак. Фак. Привет. Ну ты не проблема, в общем-то. Если ты здесь один, конечно. Ну ладно. Фак, еще один. Что я говорю? Окей, и вы идете на меня. Я... Окей, я пошел. Окей. Будем стараться, кстати, драться только прям в самых тяжелых ситуациях. Ну и, понятное дело, способы. Боссы, как бы, не самая сильная часть Silent Hill. Ну, в плане, блин, не то чтобы они плохие, просто игра не самая подходящая для боссов. Фак. Здесь телефончики. Здесь пусто. Фак. Я пошел. Я бы даже сказал, что я побежал. Фак. Окей, спасибо. И кто-то есть? Нет? Нет, здесь пусто. Прекрасно. Предупреждение, выходя из комнаты, не забудьте выключить свет. Тогда будет видно, если они не выключили. Чего? Это, наверное, просто намек на то, что, собственно, они свет. Их свет привлекает. Патрон к пистолету. Что-то еще. Аптечка, по идее, и патрон к пистолету. Здесь больше ничего нет. Случайно. Вот, пожалуйста, фонарик. Я рад, что я его обнаружил. Но теперь это имеет смысл, да, действительно. То, что их, собственно, свет привлекает. Окей. Фак. Вся эта местность, боже.
Окей. Как скажешь. Замок сломан. Не проблема. Сломан? Не проблема. Окей, я валю отсюда. Фак! Я сюда могу пройти. Я не знаю, почему я так обрадовался, кстати. Вешалка. Должно быть здесь что-то есть, но тут слишком темно. Приз. Я подобрала вешалку. Здесь не так темно, goddammit. Все-таки как же классно эта игра выглядит. Я имею в виду, вот сами посмотрите, вот это вот действительно жутко. Не то, что сейчас хорроры, всякие Five Nights at Freddy's и так далее. Вот это вот настоящий хоррор. Окей. Я рад, что он сломан, я не могу открыть дверь, если честно. Знаешь что, я уж могу, наверное, взять и пистолет, раз уж у нас есть возможность. Давайте полечимся на всякий случай. Окей. Экипировать. Перезарядить. Надо ли нам перезаряжать? Перезарядим потом. Автоматически. Убирайся. Щет. Я с вами... Убирайся отсюда, пожалуйста. Я с вами не буду разбираться, потому что вас двое. А, знаешь что? Хотя бы от собаки избавиться. Щет. Потому что она мне мешает. Перезарядка вовремя. Окей, все, минус собака. Это уже что-то. Там сейчас этот будет подходить. Окей. На, замок сломан. Превосходно. Зачем мне, кстати, вешалка, простите? Сюда могу пройти? Нет. Я не очень помню, зачем мне вешалка. Может, из нее типа, отмычку сделать или типа того. Потому что обычно именно для этого вешалки используются в играх. Чтобы достать. И так далее. Прочная вешалка для пальто, которое взял в магазине одежды. Может, я соединить с чем-то могу? Да. Нет. Не думаю. Убирайся. Привет. Окей, где-то нам нужно вешалку использовать. Знать бы еще где. Привет. Это была плохая идея на него посветить. Так, хорошо, что их можно сдвинуть с пути очень легко. Неужели здесь все-таки пусто? Мне показалось, что здесь предмет лежит. Мне показалось. Плиз, ты меня даже не атаковал. Какого черта? О, нет. Вас слишком много уже. Сколько у меня HP? Достаточно говяно. Где мои обезболивающие? Снаряжение. Использовать. Окей. Не супер, но пока пойдет. Итак, где же мы все-таки используем эту хрень? Потому что я честно не помню. Привет. Щет. Знаешь что? Знаешь что? Ты один здесь. Поэтому я воспользуюсь ножом. Да, пожалуй. Странный голос. Окей, окей. Боже, как же тяжело в этой игре драться. О, боже, отцепись. О, прекрасно, теперь у меня игра будет это. Если я буду нажимать на кнопки вверх и вниз на D-pad, у меня теперь игра будет прокручивать менюшки и шуметь, потому что я случайно нажал на кнопку Xbox. Ну ничего, все равно сейчас эпизод будем заканчивать. Я просто пока стараюсь покороче делать, потому что все-таки от пункта сохранения до пункта сохранения, чтобы особо долго не было. В плане, если эпизод будет там 40 минут, мы скорее всего там... как сказать? Доберемся до одного пункта, попроходим, и потом еще время не найдем другого, и я буду страдать из-за невозможности сохранения. Оп. Может где-то здесь использовать? Приз. Всего лишь роман. Сейчас меня такие вещи не волнуют. Окей. Где же использовать эту хрень? Ну, мы в следующем эпизоде поищем. Плиз, я не на кровать смотрю. Пожалуйста. Я тебя умоляю. Хизер, плиз. Я ее пытался опять Эшли, кстати, назвать. Я не знаю, почему я решил ее назвать Эшли. Совершенно не в курсе. Да, я так понимаю, здесь больше ничего. Окей. Ну, в следующем эпизоде мы узнаем, где мы используем эту гребаную вешалку. И в основном я еще заканчиваю из-за того, что вот у меня сейчас будут подключивать. Мне просто надо не нажимать на эту кнопку. Во-первых, мне не надо кликать на стик левый, мне не надо нажимать на эту кнопку случайно. Иначе вещи будут плохие происходить. Кстати, смотрите, какие тени еще классные. Очень классная игра.
Поверьте, это все только начало, там дальше намного круче будет. Ну, если вы это смотрите у меня на канале, то наверняка вы понимаете, в чем суть Silent Hill 3, и как бы, скорее всего, вы сами 1000 раз проходили. Ну да, если вам понравился эпизод, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что помогает продвижению канала. А это всем хорошо, верно? И, да, до встречи!